Им, как воздух, требуется впечатление, возможно, застенчивость. Обладатели этого имени достаточно трудолюбивы. Звук «Н» говорит о высокой трудоспособности и одновременного отвращения к бесполезной работе. Они находят красоту в любых ее проявлениях. Реализоваться такие личности могут в сфере искусства, медицины, религии, философии и метафизики. Буква «А» в этом имени несет символ первооткрывателя. Они сами хозяева собственной судьбы. Подавив в себе стремление к накопительству, владелец имени сможет реализовать свой богатый духовный потенциал. Неважно, где будет находиться поле их битвы. Стремление к борьбе до победного конца проявляется во всем. Обладатели этого имени стремятся к достижению высокого общественного положения и выполнению такой деятельности, которая позволила бы им работать на благо окружающих. Буква «Н» в имени означает протест, внутреннюю установку не принимать все происходящее без разбора, умение отфильтровывать полученную информацию, отбрасывать второстепенное и оставлять главное. Буква «Н» в этой личности говорит об строгой избирательности в сердечных привязанностях, а также в словах и поступках. Они также зачастую довольно мягкие, но иногда за этой мягкостью скрывается внутренняя угроза и жестокость. Обладатели этого имени нередко забывают о себе и своих близких, отзывчивые на людские беды, понимающие и щедрые. Они находят настоящее счастье в служении другим и в реализации своих идеалов. Звук «А» в имени человека внушает ему бодрость, придает силы для борьбы с трудностями. Представители этого имени – люди, чаще всего прекрасные администраторы, организаторы, но им самим лучше также находиться под контролем или, по крайней мере, под сильным влиянием более спокойных и устойчивых людей. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.